Сейчас я зашла в зал, в котором преобладают преимущественно, конечно же, библейские сюжеты, как скульптурного, так и изобразительного характера. Я просто тихонечко, медленно пройдусь с камерой, насколько это возможно, кое-что просто сфотографирую и поставлю. Конечно, все объять невозможно. Скульптуры сделаны просто виртуозно. Каждая складочка одежды у людей, лица. Посмотрите, смотрите на это лицо. Лицо. Я полагаю, что это Успение Иисуса, конечно же, на руках у Матери Марии. Но просто слов нет. Вот та же тема. Смотрите, какая скульптурная композиция. Богородица, конечно же. Это, я так полагаю, Святая Троица. Зал в таких красных тонах, тусклых, конечно же, немножко не сродни нам.